вот проблем. Ну, вернее, через 5 подъездных путей и так далее. Какие вот протокольные порушения? У нас депутаты Государственного Совета Республики Татарстан. 8 лет живем в этом дворе. Хотели бы, чтобы поменяли детскую площадку. Машинам въезд там, чтобы закрыли. Так. И вход детям с колясками тоже поменять надо, и женщинами, вот женщины, бабушки старые с палками тоже зайти не могут на площадку. Там молодежь, видимо, разбила ремонт 5-го подъезда, краска осыпалась, ремонт плитки в подъездах, ну и поправить водостоки. Есть еще какие-то вопросы? И уже у вас получается, и уже... Прекрасные, поэтому это...